Йоу, камон, братули и сеструли, и с вами снова я, ваш единственный неповторимый беззубый летсплейщик. И мы с вами, ребят, продолжаем проходить эту странную, блин, непонятную, сумасшедшую, блин, жестко давящую на психику игру «Мертвечина в космосе», ребят. Как я уже и говорил, это ненормальная игра. Там, блин, такое происходит, что у меня, блин, в голове не укладывается. Это не игра, ребят, а полный мрак, если честно. Ну что ж, ребят, продолжим этот полный мрак. Обожаю эту игру. Так что, ребят, не будем кое-кого за кое-что тянуть, как говорится, без лишних слов. Продолжаем. Так, ребятушки, продолжить игру. Погнали. Да, так, покупайте новое оружие и предметы. Чё? Да, блин, ребят. Ну, как всегда, блин, читать не успеваю. Разрази меня гром. Как прям в этой, в «Амнезии», тоже, блин, вечно я там читать не успевал, разрази меня гром. Так, ребят, ну чё, ребят, гоним? Так, куда нам надо-то, я забыл, похоже, что сюда. Так, ребятушки, открываем. Что-то долго, а, вот. Во, ребят, помните здесь, а, помните здесь, блин. Чище, блин, чаще в руках она оттуда, блин, вылезла, представляете, пивнюки, ребят. Эти козлы, блин, о, чё это такое? А, это чё, надо забрать, потом продадим это... Патроны для плазменной винтовки и все такое. Так, ребят, Чичи и Манчини. Ой, то есть, Чичи, блин, с чаще в руках вылезла, блин. Это пивнюки мутировавшие. Они, короче, носят эту, в руках эту Чичу, это пиво. И они, блин, всех этой чачи, блин, обливают. И превращают, блин, в тварей. Ну, все понятно, кстати. О, смотрите, ребят. Нога, блин, чья-то в воздухе, блин, зависла. Нифига себе. Кто-то, блин, конечности потерял. А, это крысиный сынок тут людьми ужинает. Кусок говна, блин. О, смотрите, ребят, что это такое? Нам что, туда, что ли, надо? Интересно, зачем? О, с помощью кинезиса, ребят, можно всякие предметы к себе притягивать. Что, попрыгаем, что ли? Ну, сейчас. С помощью мощных прыжков, блин, тестостерон, блин, в организме поднимем. С помощью приседаний. Ну что, открываем? Так, куда тебя открывается? О, смотрите, ребят. О, черт, олигофрен, блин, прилетел. Смотри, блин, два, блин, куска говна. Смотри, скачут, летают. Еще я вам ножки-то дрещавенькие подстреливаю. На тебе. Кушай, блин, свинец. Кусок косого говна. На, жуй. А, ну что, покушал? Ты уже, блин, не будешь жить долго и счастливо, скотина. О, что это такое? О, лезвие трубореза. Ну что, заберем, продадим. Да, блин, ребят, я как что-то я окосил. Че я, блин, Сережей косым, что ли, стал? Сережа, блин, Кривошеев, кусок говна. Так, что-то этот самый не работает. А, вот. Так, показывает, что туда. А что, туда? Странно, ну что, давайте туда. Ну, как говорится, раз показывает туда, значит, надо туда. Да, кстати, ребят, сегодня я хотел с вами поделиться отличным силовым, точнее, не силовым, а Господи, ребят, слово сложно сейчас. Короче, ребят, сегодня будем говорить проще, простыми словами. Сегодня я вам расскажу про периодизацию. Это такой хитрый, блин, прием, которым пользовался великий спортсмен-бодибилдер Ронни Колеман. Наверняка все вы его знаете, этого негра, блин. Этот цветной, блин, негр был больше всех, наверное, из бодибилдеров вообще в мире. Классный, блин, уважаю Ронни Колемана, он классный мужик. Таких, блин, мышечных объемов смог добиться. Это, знаете, ребят, не просто. Это не просто, блин, генетика. Так, куда нам скакать-то? А мы сейчас узнаем. Так, показывает, что... О, что, нам сюда больше не надо? Ну и здорово, ребят. Я, знаешь, как-то не горю желанием, блин, сюда идти, если честно. Так, ребятушки, заходим сюда. Да. Так вот, ребят, Ронни Колеман использовал хитрый метод периодизации. Сейчас я расскажу, какой. Секретная информация, которая поможет вам стать больше и сильнее. С помощью этого метода периодизации вы увеличите свои силовые, вы увеличитесь в массе, ребят, это классная вещь. Я должен вам рассказать этот секрет, которым пользовался великий атлет Ронни Колеман. Классный, блин, мужик, отвечаю, блин. Разработал такую классную методику силовую, блин. Периодизационную. О, ребят, я это слово выговорил. Периодизационную. Кошмар. Что, нам туда, что ли, надо? А тогда зачем туда мы скакали? Ну, ладно, это все не важно, ребятушки. Короче, ребят, представим такую картину. О, а что за картина? О, смотрите, ребят, секретные денежки. Ну-ка, притянем-ка их сюда.
Ну-ка, притягивайтесь, дружище. О, что-то... Да мне, блин, не затормозить, а притянуть надо. О, смотрите, ребят, вот и все, блин. Денежки подняты, и мы стали богаты на несколько... пару сотен долларов. Ты что, не открываешься, дверца? О! Тут, по всей видимости, должен сидеть последний пивнюк. Сейчас мы его... Ой, что это такое? О! Что-то там... Что-то свой рот там пооткрывало, блин, ничего, блин, не сказала. Что за ерунда такая? А, ребят, я же в одном наушнике сижу. У меня, короче, наушники сломались. Только один канал теперь звуковой работает. Может быть, поэтому я не слышал. Ну, надеюсь, что вы все слышали. Так, это забираем. Что там у меня в рюкзаке вообще? Давайте посмотрим. О, смотрите, ребят. О, это дорогая штука. Ценная электронная деталь. Может быть, продана за кредиты в магазине. Ну, это я знаю уже. Скоро мы станем богатыми. Так, где курильщик-то сидит, дышит-то? Сейчас, о! А вот ты где, блин, надутая опарыша! На тебе, скотина, помри уже! Тварюга, блин, кончен. О! Это что? О, господи, смотрите, твари приползли! Чтобы превратить трупы в твари. Ну, сейчас у меня доскачешься, тварюга! На тебе, скотинка, блин! Ха! О, смотри! Крокозяб! Ты посмотри! Крокозябра, блин, цветная прибежала. На, жри, блин, смотри, она трупа жрет. Превращает их в тварей. Смотрите, башка катается. Господи, ребят. Ну это игра, блин, все мои мозги уже, блин. Я не знаю, я уже с ума, блин, посходил. Что-то не берется. Ну здорово, блин. То, что мне нужно, блин, не берется, зашибись. Так, ребят, что у нас здесь? Так, написано, что задание выполнено, а куда теперь дальше топать? Сейчас посмотрим. Так. Так, проводник, покажи-ка мне путь, дружище. Так, а я здесь все ценные вещи-то забрал, или еще не все? Надо забирать все ценные вещи. Уф, вот эту вот ценную вещь с собой возьму, чтобы кому-нибудь, блин, в рожу ее запустить, олигофреновскую. Пойдем, ребят, сожгем какую-нибудь тварь, потому что меня бесит, блин. Куски, блин, сморщенного говна. Так, ребятушки, забираем эту штуку. Она, блин, чувствую, нам здорово пригодится. Так. Ну-ка, дружище, полежи-ка пока здесь. Сейчас я... О, черт, я его вниз скинул. Ну, здорово, блин. Ой, господи. Ой, господи, простите, ребят, пожрал немножко перед сном. Хотя, блин, на ночь не рекомендуется есть. Ну, блин, захотелось что-то. Кушать хочется. А, как китайцы-то, блин, картошку садят, а потом на следующий день ее выкапывают. Их, блин, спрашивают, зачем вы это делаете? Они говорят, кушать хочется. Вот и мне тоже. Кушать хочется. Что, нам сюда, что ли? Не ожидал. Так, секундочку. А, вот тут я сохранялся. А теперь нам что, сюда? Ну, по всей видимости, сюда. О, ребят! Тут же, блин, чичи, блин, чичи в руках ходил. Конченые, блин. Что там написано, понять не могу. Слушайте, ребят, чует мое сердце, скоро предстоит нам встреча, блин, с крысиным сынком. Который у меня свинца, блин, электрического обожрется, блин, и помрет, блин. Да я в курсе, блин, заткнись маленько. Так, что там, туда скакать, да? Ну-ка посмотрим, что такое. Да, блин, что-то я забыл, какой кнопкой, блин, этот проводник включается. Так, ну что, показываешь, что... О, смотри, нога чья-то... Да, блин, ребят, расчленяловка тут повсюду. Какой, блин, а тут я что, уже открыл? Что нам, туда? Блин, кровь летает. Блин, что, нельзя, да? А почему нет? О, а сюда можно. Так, ребятушки, мы уже здесь. Да, крысиный сынок, блин, живи пока, пока еще разрешаю. Но это только пока. Скоро ты у меня загнешься, блин. Обрыгаешься кровью, да, захлебнешься и... Сожрешь, блин, свои зубы и подавишь, и сдохнешь, блин, конченое отродье, блин. Непонятно чего. Отродье пивнюка. Так, нам нужно здесь открыть. Так, открываем, ребятки. Это как два пальца об асфальт. Так. Ну вот и все. Скакаем туда. Ой, я слышу тварей. И у меня уже... О, смотри, где скоты, где вы, ублюдки? Короче, я без лишних слов прыгаем туда и сматываемся от олигофренов. Которые меня просто бесят, блин, я их не знаю, мне уже... У меня аллергия на твари. Что ты там? Ты что, больной? Надеюсь, я вхарю. А, блин, на куски порвало его, ребят, кусочек, блин. Недоразвитое отродье, блин. Ошибка вселенной.
Ну что, ошибка вселенной, блин? Ты понял, блин, что ты сделал большую ошибку, когда наехал на меня? Со мной лучше не связываться, а то это закончится, например, смертью. Очень плохо закончится. Так, ребятушки, вооружимся взрывоопасным поленом, которое полетит, блин, в супорылую харю олигофренов и курильщиков. Да что ты так быстро закрываешься, дружище? Надо это засунуть. О, вот что такое. Система фильтрации воздуха активная. Внимание, внимание, говорит, блин, Германия. Чё? И что такое? О, смотри-ка, ребят, аудиосообщение, это важно, нужно его послушать. Слушаем. Алло, охрана. Чё? Слава богу, это доктор Кросс, отец гидропоники. О. Я ищу второго инженера Джейкоба Темпла. Нет, на инженерной палубе не знают, где он. Я в курсе, что на корабле общая тревога, потому и ищу его. Нет, у нас пока порядок, но транспортная система не работает, и мы не можем добраться до спасательных шлюпок. Алло? Эй! Черт, ребят, там людьми, блин, закусили жестко. Да разрази меня громче, Элизабет сожрали, что ли? Это же жена Темпла. Да, блин, жалко их, они хорошие. Пытались, блин, помочь людям. Блин, почему так несправедливо, ребят? Хорошие люди, блин, погибают. Блин, ненавижу эту несправедливость, ребят. Всякое, блин, говно, блин, на ножках живет, блин, радуется, блин, скоты конченые. Что, нам вниз, что ли? А, ну да, показываю, что туда. Ну что, погнали, ребят. Короче, ребят, внимание. Ваш беззубый открывает вам все карты, блин, силового тренинга и тренинга на гипертрофию мышц. Короче, ребят, запомните. Например, о! Нифига себе, блин! Сказал я себе. Сколько здесь взрывоопасного дерьмеца-то стоит. Ни одной твари, блин, рядышком. О, зарядимка стоит. А, она у нас заряжена. Ну, почти заряжена. Куда мне скакать-то, разрази меня, гром? Ну-ка, давайте-ка воспользуемся читерством. А, вот сюда. Ты чё, блин, ну-ка сломайся, блин, сломайся маленько. Ничего себе, что такое? А, ребят, нужно вот туда сейчас скакать. А, вот сейчас мы сломаем. Ну, на тебе, скотина, блин. Сломайся маленько. О, чёрт, я загорелся, разрази меня, гром. Ну да, ребят, немножко я сплоховал. Ты чё, блин, прицел-то включил, дурачмен? Сгореть, что ли, хочешь, или чё? Так, ну-ка... Да ты смотри, я опять горю! Ну, короче, я пошел. Надеюсь, я не поджарюсь. Ну что ж, надейся. И чё, да ты смотри, я поджариваюсь, ребят! Да хорош уже, ты чё, блин, дурачмен? Ну-ка, откройся, блин, маленько. Что-то неохота мне поджариваться, если еще. О, смотри, крокозябра! Ну, нате, в упор прям расстреляю! Нате, дрищавое отродье! Да, блин, о, вот, а вот как прицел-то убирать, ребят, а то я забыл. Да, блин, давненько я уже в Dead Space не играл. Смотри, кто здесь дышит-то сидит. На том свете подыши, ублюдок! Че ему прям с пыра жару? Ну, нате, в чашку твою, блин! Курильческую, без мозга. Ты что, сдыхать, что ли, не хочешь? Ну, придется, дружище! Тебе, блин, не суждено жить долго и счастливо. Ну, посмотри, какое мерзкое отродье, ребят. Как же я его ненавижу. Так, ну чё? Куда скачем? Ну-ка, забирай немножко патрончиков, дружище. У нас их так, блин, на вес золота. Так, ребят, продвигаемся сюда. А, ребят, силовой комплекс. Короче, ребят, к примеру, скажем так. Например, в понедельник у вас приседание. Вы хотите поработать над развитием силы. Что мы делаем? Мы берем и работаем в диапазоне повторения, например, от 3 до 5. Ну или там от 3 до 6. Вот, позанимались, все такое. А когда у вас через неделю опять приседания в понедельник, мы делаем так. Мы работаем в диапазоне повторения от 8 до 12. То есть, ребят, когда вы работаете на силу, вы должны идти от 3 повторений к 5, к 6. То есть с одним и тем же весом вы должны приседать 3, потом 4, 5, 6 и 7. Ну, 7 можете уже не делать. Вот, а когда мы работаем на гипертрофию мышц, то есть на увеличение мышечной массы, мы должны работать в диапазоне повторения 8 к 12, то есть от 8 до 12. Берете вес, с которым можете осилить 8 повторений, и, как говорится, идете к 12. Надеюсь, вам все понятно. Как говорится, надеюсь, я нормально объясняю, потому что, может, что-то непонятно. Ну, в принципе, можете найти информацию в интернете, если вам меня непонятно слушать. Но, надеюсь, ребят, все вам понятно.
То есть вы должны делать периодизацию, вы должны работать над силовыми показателями и над показателями увеличения мышечной массы, ребят. Это очень важно. Вы должны делать разные... Чё? Кто-то, блин, поёт, что ли, или чё? Или у меня уже глюки начались, честное слово, от этой игры? Господи, ребят, крыша поехала у сантехника. Мне пора уже на пенсию. Внимание. Мне нужен отпуск. В складе обнаружена масса в 10 килотонн. Чего? Нифига себе, в 10 килотонн. Что там такое, блин? А, это крысиный сынок там спит. Что, мы его разбудим? Ну чё, блин? А, подожди, это еще не крысиный. О, смотри, фантоцы. На тебе фантоцы, блин. О, смотри, олигофрен. Чё, с фантоцием решили на прогулку выйти? Ну вы не ж... Ты чё, за спины что ли нападаешь, блин? Олигофреновская мерзкая паскуда. Смотрите, ребят, какое мерзкое создание. На, хоть разорву тебя немножко, скотинка, блин. Умственно отсталая, блин, чёрт знает что. Так, ребят, заглядываем сюда. О, да, у нас уже рюкзак-то полный. Ну где эта масса, блин, в 10 килотонн? Сейчас я в нее, блин, 10 килотонн, блин, свинца запущу. Кусочек, блин, дряхлого дерьма. О, смотрите, ребят, эта штука очень полезная. Нужно брать ее с собой. Так, что мы можем... Да, блин, мы когда это держим, мы не можем путь посмотреть. Ну что, посмотрим. А, вот, сюда показывает. Ну что, ребят, двигаем туда. Эх, скоро уже близится, блин, близится уже финал. Сейчас крысиного сынка, блин, замочим, задавим, потом за его мамашу, блин, примемся. Потом папашу, а, у меня папаша-то, они ж дерьмофродиты, блин. Сами себя, блин, разрождают эти тварюги, блин, конченые. А вот сюда нам надо, ну идем сюда. Там, блин, ёж-то, надеюсь, еще не помер. Эй, ёж! О! А, точно, мы же оттуда, блин. Чего? Это что такое было-то? Че, блин, крысиный сынок уже пердит от страха, да? Чувствует, что я уже иду за его, блин. Сраной, блин, жопой, которую сейчас нашпигую, блин, электрическим свинцом. Ничего, сынок, скоро ты у меня запоешь, блин, сопрано. Мерзкое отродье, блин, сатаны. Ой, ребят, прошу прощения, у нас тут уже ночь. Я тут присел. Что-то, блин, знаете, поиграть захотел. Завтра мне на работу, блин, а я тут поиграть, блин, уселся. Ну, в принципе, почему бы и нет, да, ребят? Пообщаюсь, блин, побол... Ой, блин, меня, блин, кислотой ошпарило. Жестко. Ну, а что, нам сюда, что ли, тоже надо? Ну, давайте заглянем, может, там что интересное. Что-то здесь нифига, блин, нету. Да, блин, ребятушки, только зря, блин, сюда зарулили. И ничего, блин, здесь не нашли. Как говорится, жизнь полна... О, черт, опять, блин, я под кислоту, блин, попал. Так, а если мы зарулим сюда? О, верста... О, давайте, ребят, это, усовершенствовать будем нашу пушечку дальше. Чтоб крокозябу разматывать было эффективно. Ну что, посмотрим, что у нас там. О, а, блин! Наша жизнь, ребят, хреново, силовых узлов-то у нас нет. Ну что ж, пойдем, блин, несолоно хлебавшись. Да, маловато, маловато будет. Как этот мультик-то, блин, классный. Про этого, блин, дядьку в шапке, который, блин, в избушку на курьих ножках, блин, попал. Так, кислота, блин. Не дыми маленько, да, я уже пройду. Да, блин, ребят, прям под кислотой иду, блин, врачмен. Самоубийца, блин. Сантехник-самоубийца. О, ну и что такое? Ну что, мы разрулили, да, курильщиков сравняли с землей. Пусть теперь в адской происходит, блин, курят вечно и блюют, блин, кровавыми легкими. Куски, блин, говнеца. Ненавижу курильщиков, ребят. Вот, что? Что нам, сюда? Или куда? А, блин, нифига, блин, ни разу. Еще, блин, не всех курильщиков размотали. Ну ничего, тем лучше. Сейчас пойдем дальше разматывать. Так, сюда заходим. О! О, смотри, блин! Тварь, блин, спит. Точнее, блин, дохает. А, она уже сдохла. Господи, ребят, какое мерзкое создание. Это же вообще... Это в страшном кошмаре такое отродье, блин, сатаны, блин, не приснится. Что, нам сюда? Ну что ж, так я и думал. Короче, ребят, надеюсь, вы все поняли. Чтобы развить силу, нужно работать в диапазоне 3-5 повторений. Ну, можно и 6. Но лучше, конечно, 5. А чтобы наращивать массу,
нужно вам работать в диапазоне 8-12 повторений. И все у вас будет прекрасно, ребят. Например, в понедельник вы поприседали на силу, там, например, 3-5 повторений. А в следующий понедельник, через неделю, вы приседаете, например, 8-12 повторений. То есть, чтобы у вас мышцы стимулировались, чтобы вы, у вас была периодизация, чтобы масса перла, чтобы чё? Чтоб силовые перли, не сидел тут в крысиный сынок, блин, все пообосрал, блин, пообливал. Кусок, блин, сморщенного говна. О! Похоже, ребят, мы тут уже с вами были. В прошлом... О, нам показывали, что туда. Да, блин, ребят, по этим лабиринтам я уже ходить устал, если честно. Что-то, блин, своими там слюнями, блин, шоркает. Так, куда нам? Какие-то, блин, шепот какой-то слышу, блин. У меня уже в голове какие-то галлюцинации странные. Кажется, я, блин, жестко, блин, спятил. Ой, господи, опять зевота, блин, ребят, напал. Слушай, тяжело, блин, вечером играть. О, слышите, ребят, что-то чавкай. О, смотри, я что... Ой, господи, ребят, простите, пожалуйста. А смотри, тут даже упасть нельзя, ну это здорово. Так, ребят, слушаем. Отсек гидропоники, доктор Кросс, запись. Что-то нанесло сильный удар по корпусу в районе продовольственного склада. Это не астероид, не тот звук. Не знаю, что-то большое и массивное. Я сообщу, когда выясню больше. О, слышите, курильщик дохает. Ну сейчас он сдохнет навсегда. Я уже иду за тобой, тварь. А куда нам идти-то? Странно. Показываю, что сюда, а тут закрыто. Ну и что делать-то, ребят? Ну, здорово. А, слушай, нужно что-то, наверное, разбить или сломать. Ну, пойдемте. О, давайте тут сломаем там. А, блин, там, ребята! О, смотрите, а мне, кстати, мало отняло. Блин, взрывоопасное полено, блин, взорвал. А это что? О, смотри, денежки. Так, зайдем для начала сюда, ребят. Может, нам тут надо сначала курильщика размотать. Ну что, блин, дышишь, да, скоти? О, ребят, силовой узел забираем, он нам нужен. Так, ребятушки, двигаем сюда. Открыть. О, смотри, кому тут похоже. О, ой, тут может меня крысиный сынок схватить. Своей, блин, щупальцей жалкой. Так, чё? О, чёрт, про говно, блин, вспомнишь, оно и появится. Да отпусти меня, скотина. На тебе, гнилое создание, блин, сатаны. Да, ребят, меня крысиный сынок сейчас сожрёт. На тебе. Ну, чё, блин? Теперь у тебя на одну конечность стало меньше, блин. Скотина, блин. Господи, ребят. Говно, блин, на ножках какое-то, на щупальцах. Как же у меня бесит. Смотрите, дырки там свои проделывают своими жалкими щупальцами. Ничего, скоро тебе нечем будет дырки-то проделать, потому что я тебя замочу, блин. Как половую тряпку, блин, замочу. О, еще одно аудиосообщение, слушаем. О, Темпл. Нера Темпл, запись. Я пришел сюда за доктором Элизабет Кросс, но не нашел ее. Тут вообще никого нету, лишь это органическое дерьмо повсюду. Попробую посмотреть на рудной платформе. Это единственное место, где я еще не был. Да, дружище Темпл, ты прав. Одно, блин, органическое дерьмо, блин, повсюду, которое еще, блин, щупальца из себя выпускает. Какой-то кошмар. О, смотри. Что такое? Слышите, ребят, курильщик там дышит. Пойдемте его задавим. Фантоз. Ага, кстати, Андрюха Набиев-то, я ему рассказал. Фантоз, ты, блин. Стас Фантомас. Конченый тоже, лысик. Такой лысый ублюдок. Да я в курсе, блин, замолчи уже маленько. Подсказки для недоумков, а я-то умный. Смотрите, ребят, это органическое дерьмо, блин, живое. Какашки, блин, плодятся какие-то, разрази меня гром. Так, куда дальше? Так, показывай, чё? Ты где там дышишь-то, блин? Кончи-то, блин, Мария Алонсо. Так, прыгаем сюда. Так, отлично. И что, сюда? Или куда? А, вот сюда показывает. Ну что, да подожди, я что отсюда пришел, блин. Так, у меня сайз батарея заряжена, заряжена. Ну что, ребят, с богом, заходим. Летим, как говорится. О! Да ты подожди секунду, я тут же уже был. Да нет, показываешь что-то, да? Фу, блин, такое мерзкое, блин, чавканье. Блин, по говнецу каком-то, блин, идешь, бесит прям этот звук. Мерзкий звук, ребят.
Так, ребят, насчет силовых, надеюсь, все вы поняли. Ребят, для развития силы мы работаем в диапазоне 3-6 повторений. А для развития массы, чтобы нарастить мышечную массу, мы с вами работаем в диапазоне 8-12 повторений. Запомните, ребят, неделя должна быть у вас силовых тренировок, а неделя, блин, тренировок на гипертрофию. На наращивание массы, развитие... На такое развитие мышечной гипертрофии мышц, чтобы у вас масса-то перла мышечная. Чтобы вы были таким здоровым, массивным таким. Кочкой, кочкой, блин. Веселой кочка. Так, ну чё, ребятушки? Да посмотри, что за ерунда происходит. То туда, то сюда, блин, то еще куда-то, блин. Ходим, блин, кругами. Что, нам наверх, что ли? На третий уровень надо? Ну ладно, что, погнали туда. Ну раз так надо, ребят, что поделаешь? Против игрового процесса не попрешь. Ой, ребят, что-то я, блин, жестко захотел спать, разрази меня гром. Ну сейчас всех курильщиков задавим, да и буду с вами прощаться. Такое, знаете, вот он сидит, тут дышит. На тебе, ублюдина паршивая, потрясись и сдохни, скотина. На все? Так, теперь нам куда? Да господи, сколько здесь курильщиков-то было много, а? Сидели здесь, блин, твари, блин, его воздух отравляли, дышали свои, блин. Своими раковыми легкими здесь, кровавыми болевали. Так, что, ребят, едем вниз? Да, показывают, что вниз. Только не ясно, на первый или на второй. Ну, для начала спустимся на второй, ребят. Может, нам туда? Ой, господи, ребят, тяжелый сегодня был денек. Сегодня с братвулей Денчиком погуляли, блин. Покрышку сходили, на смечагу покантовали. Но он там поменьше покантовал. Я это 360 килограмм покантовал. Кстати, спасибо, блин, мистеру Джейкелу. Он, оказывается, разбирает. А, мистер Джейкел-то на этого. На автомеханика учится. Рассказал мне про покрышку, про мою, которую я кантовал. Так что, мистер Джейкел, спасибо тебе за информацию, дружище. Ты крутой. А, все мои подписчики крутые, ребят. Всех вас люблю, всех вас уважаю. Здоровья вам, счастья, удачи, чтобы все у вас в жизни было прекрасно. Так, ну что, опять чавкаем помаленьку. Да что-то я ничего не пойму, ребят. Тут что, как-то странно, я что-то уже был, меня крысиный сынок пытался, блин, скушать. Но я ему оказался, блин, не по зубам. Ну правильно, блин. Так, сейчас посмотрим. Ну да, показывает туда. Там, походу, последняя гнида осталась. Курящая. Сейчас мы ее, блин. Задолбим, блин. Это, блин, жалкая пародия, блин, на недоразумение. Так, ребятушки, летим. Зона невесомости. Слушай, заткнись маленько, а? Ты меня уже бесишь. Я сам, блин, все знаю тут. Я здесь, блин, все разрулил. Без своей помощи, блин. Так, да я уже в курсе, дружище. Давай уже скачи, блин. Стрекозел, ху-ху! Сила стрекозла, блин. Господи, ребят, стрекозел. Ну что, блин, туда что ли надо? А как туда попаду? Странно. Слушай, может, затормозить надо? Надеюсь, я прав, ребят, сейчас посмотрим. О, точно, ребят, сработало. Так, а сейчас нужно скорее отсюда убраться, а то меня током, блин, поджарит. Яичницу из меня сделает, ребят. Ну что, о, смотри, что, олигофрен, что ли, побыл? Ах ты мерзкий, блин, сынок пивнюка. Где ты есть-то, скотина? У меня для тебя подарок, блин. От всего сердца сволота, блин. Ты посмотри. О, вот ты где. Смотри, их тут двое, блин. Че, блин, парами, что ли, ходите? Дурачки, блин. На тебе, кушай на здоровье. Скотина мерзкая. На тебе, вхарю твою тупорылую. Которая, блин, смотрит. Ха, смотри, ребят. Кувыркается, блин, говнится на ножках. На таких, блин, дрещавых, слабых. О, то, что мне нужно, ребят. Так, заправимся аптечкой. Это немножко мне тут... Олигофрены меня пытались размотать, но им это не удалось, как вы. Как вы сами знаете, слабые, блин, дрешавые отродья не смогут меня размотать. Да куда мне скакать-то, туда, что ли? О,
Ой, ребят, очень интересно, но ни хрена не понял. Так, давай сюда. О, денежки, отлично. Денежки нам нужны. Ну чё, куда? А, вон куда нам надо. Ну чё, погнали. Нас там курильщик ждет последний. Ща мы его убьем. Так, кусок говна, где-то есть-то вообще? Он что, там что ли сидит? Ну, блин, так я и знал, что он там. О, смотри, что это был. А, вот он тут, курит, сидит. Так. Ты где там? Вон он, ну чё, бросай курить, скотина, а то ты умрёшь. Это в любом случае умрёшь. О, смотри, опять что ли Легофрен? На тебе! О! Чё? А, смотри, меня Легофрен, блин, подбил. Я тебе сейчас, блин... Ну чё ты, блин, попрыгунчик? На, потрясись и сдохни, скотина! Ёж, малёк. Лучшие друзья мои были. Ребят, я вспомнил историю, как я на малька высморкался. С луны, короче, ребят, как-то мы раз шли, как-то мы раз с луны. Я, ёж, малёк, о, какие-то, блин, кровавые ошметки, блин, падают. Смотрите, Легофрен трясется. Ха, конченый ублюдок. Так, ребят, нам сюда. Надеюсь, что сюда. Че? Да все вроде Легофрен размотаны, блин. Что-то еще что ли курильщик один поблизости или что? Так, куда нам? Не понял. Не понял юмора. Да блин, покажи, дружище, я не сообразил конкретно. Ой, ребят, ну что ж. Ой, без зубы ваш раздевался совсем. Сейчас немножко еще поиграю, да, буду закругляться. Пора на боковую, ребят, а то завтра на работу, блин, не встану. Че, сюда что ли? Ну давайте сюда с конем. Так. О, а, вот сюда нам надо. Прекрасно, так, выключим это дерьмецо. Как-то я в яичницу не хочу. Да выключайся, старина. А, я уже выключил. Или что? Что такое? Я слышу тварь, которая дышит своими легкими конченными. Прокуренными, блин. Ну и черт с ней. Потом от рака легких загнется. Да помолчи маленько, как бы Юра бы сказал. Будешь пытаться, блин, меня научить, а тебе, блин, башню, блин, расшибу, блин. О, смотрите, ребят. Надеюсь, крысиный сынок больше не вылезет. Ничего, скоро я с тобой уже разберусь, тварь. Размотайте, как сынка конченого. Да ты и есть конченый сынок, крысиный, блин. Потом мамашку твою нашпигую, блин. Скотину, блин, эту. Ах, красота. Блин, ребят, ноги болят, маму не горюй. Поприседал, блин, 100 килограмм на 15 раз, блин. 3 подхода, блин, сделал, чуть-чуть, блин, с ума не сошел. Ой, так что, ребят, аккуратно, не перебарщивайте с тренировками, а то, блин, мышцы, блин, откажут. Так, ребяточка, едем вниз или куда нам надо? А, показываешь, или сюда? А, все понятно, сюда. Эй, блин, ребят, честное слово, блин, спать хочу, как не знаю кто. А сейчас, немножко еще это самое. Мы же вроде всех уже курильщиков размотали. А, кстати, ребят, можно же это самое. Ой, не то нажал. Можно же задание считать. Ну-ка посмотрим. Так, а где рюкзак? А, вот он, кстати. Так, ребят, сейчас задание найдем. О, карта, карта нам не надо. О, смотри-ка, Хэммонд говорит, что ядовитые... Куколки, которые отравляют воздух, это трансформировавшиеся тела членов экипажа. Надо найти и перебить их всех. Ну, замочить, короче. Ну и все, мы замочили. О! Чего? Так, я Чего? Я расправился с куколками. Можно вернуться в отсек атмосферного контроля и запустить очистку воздуха. После этого откроется дверь на продовольственный склад, где засел Левиафан. Крысиный сынок там засел, который сейчас обрыгается кровью и помрет. О, яд можно распылить через систему фильтрации продовольственного склада. Вряд ли после этого там выживет хоть что-то. Ну вот что-то там эта тварь-то выживет, и придется идти его и забивать. Я-то помню, блин, как я в эту игру уже играл. Сколько там, в 2008? Ну, в общем, уже много, ребят, прошло времени. Господи, ребят, какой же я уже старый, а? Уже, блин, с меня песок сыпется. Что такое, блин? Дрищавые ножки перебираются, да? Ну, сейчас они будут отстреляны. Так, что такое?
О, сюда нам надо. Отлично, идем туда. Чего, блин? О, что, меня что ли ждете? Ну вот он я. А ваша смерть, блин, пришла. Ну что, крокозябры? Смотри, он живой там. Что-то паук, блин, незаделанный кусок, блин. Трансформировавшийся говна. На, жри, скотинки. Ну что, блин, троица святая, упокоились, блин, всего один день. На еще, распинаю вас немножко. Потопчусь по вашим тупым, блин, бошкам. Мехотелые отродье, блин. Так, ну что, ребят, двигаем. Ой, господи, ребята, как же у меня, блин, ноги болят. Разрази меня гром. Такое чувство, как будто у меня и спинали, блин, целой толпой, блин. Всякие ауе... О, кстати, ребят, терпеть не могу ауешников, эти конченые, блин. О, нифига тут сколько трупов. Вот скоро вы в их числе, блин, будете, конченые ауешники. Куски, блин, говнеца, блин, малолетнего. Что ты там, блин, ауе, ауе, ауе. Конченые ублюдки. О. Алик. Чё? Где ты? Помоги мне. Это что, как я тебе помогу, я даже не знаю, кто ты. Проваливай из моей головы, блин, у меня и так, блин, галлюцинации хватает. О, а вот уже я и здесь. О, ребят, давайте-ка заглянем с вами в магазин. Что-нибудь там продадим, всякую ненужную шушеру. Потому что ненужные шушеры у нас с вами полно. Так, о, отлично. Ой, господи, ребят, о, нифига себе. Ой, нифига себе, сказал я себе, блин. Так, что, продаем, да? Так, это самое, вот это вот, продать. Ну все, ребят, ну, с вами богатые, разрази меня киркой. Да блин, плазменной энергии, разрази меня, полный рюкзак. Надо все, конечно же, не продавать. Блин, ребят, когда мы пойдем с вами сейчас уже скоро крысиного сынка разматывать, нам нужно будет запастись, блин, импульсными зарядами, которых у меня всего-то, блин, всего ничего. Так, лезвие труборезу продать. Силовой блок продать. А это уже не надо продавать. Так, короче, ребят, нам нужно зайти в магазин. Купить с вами эти самые. Как их там? Лазерные заряды. О, вот, импульсные заряды прям побольше. Вот так, вот так, вот так, вот так. Чтобы крысиного сынка, блин, от души, блин, нашпиговать. Как вонючую свиную тушу. Ну что там, сколько у нас? На крысиного сынка-то, думаю, хватит. Так, глянем-ка сюда. О, ну прекрасно, ребят. Все, блин. Молись, блин, крысиный сынок. Сейчас тебя так нашпигуешь-то вообще. Ты пожалеешь, блин, что вообще появился в этом мире-то. Ну все. А все открыть. Ой, господи, ребятушки. Ну что сделать-то. Сейчас буду с вами прощаться уже. Что-то меня прям эта усталость, блин, сморила. Особенно, знаете, ребят, когда ты это... После приседания, блин, очень здорово, хочется отдохнуть, поспать там, поесть и все такое. Запомните, ребят, когда тренируете большие группы мышц, это всегда, блин, очень энергозатратно. И после этой тренировки хочется, блин, полежать, поспать. Ой, ой, что такое, а что мне сюда, может мне и не сюда. А мне и не сюда, блин, ну, блин, тупая башка, блин, дай пирожка, блин. Попёрся, блин, своими ножками, блин, дрищами, не туда. Так, а куда нам вообще? А, вот. А, вон туда нам в подвал надо. Точно, вот оно, ребят. Нам туда надо. Так что, ребят, короче, ребят, надеюсь, вы все поняли. Насчет этой самой, как там я забыл. А, насчет Ой, господи, прошу прощения, ребят. Насчет периодизации. О, слушаем. Поники, доктор Кросс, запись. Я не могу поверить в то, что вижу. Это безумие. Полное безумие. Я отправляюсь к рудной платформе. Слышала, что туда направились все выжившие. Джейкоб, я буду ждать тебя там. Сейчас это безумие, блин, с полом сравняю и все, блин. Кусок, блин, говна этот. Крысиный сынок, блин. Разродился, блин, с помощью пива. Сейчас мы его так нашпигуем, что я даже не знаю как. Ну, в общем, сейчас у меня запоет, блин, сопрано. О, смотри, это что, блин, щупальцы крысиного сынка, что ли? Ну ты борзый, я смотрю, кусок ты, блин. Кусок, блин, крысы зубатые. Так, о, ха, Саша зубатый. Помните, ребят, Саша зубатый, который, блин, бутылки пива, блин, зубами гнилыми открывал. Поэтому у него зубы-то и были гнилые. Не, ну Саша зубатый вообще, блин, такой дурачок, блин, был. Пивище, блин, жрал, блин, и зубами бутылки открывал. О, смотрите,
Смотрите, ребят, крысиному сынку, блин, сраку подпалило. Ну чё, ублюдок, нравится? Сейчас тебе еще не так понравится. Чёрт, яд не подействовал. Он все еще дышит. Иди и прикончи его, пока он не заразил весь корабль. Сейчас размотают, дружище. Ну, точнее, разматывать мы крысиного сынка будем в следующем видео, потому что, ребят, я уже лыкой не вижу, блин, спать охота, как говорится, ну, мама, не горюй. Разрази меня гром там, разрази меня киркой и все такое. Ой, господи, ребят, прошу прощения, это видео такое у меня не очень, может, получилось такое бодренькое, смешное. Больше, короче, ребят, не буду на ночь ничего записывать. А то какой-то я, блин, как не знаю, как кусок говна, как ёж, блин, когда он швырнулся, блин, такой, блин, у него крыша поехала, блин. Наркоту, блин, в вену себе вколол, такой, я, блин, дурачок, наркоман, конченый, дрищавый отродье. Ой, господи, ребят, ну все, всякую чушь несу. Короче, ребят, крысиного сынка мы с вами нашпигуем и размотаем в следующем видео, когда я буду отдохнувший, не такой уставший и в своем уме. Да, ну а на этом с вами я, ребят, прощаюсь. С вами был я, ваш единственный и неповторимый беззубый сплэшик, который ужасно хочет спать. Поэтому, ребят, желаю вам здоровья, счастья, удачи, блин, всего вам самого наилучшего, ребят. Все, ребят, пока, до встречи, удачи вам всем. Счастливо, ребят, будьте счастливы и здоровы. Пока! Ху-ху!